Что нам приготовил Рамзес? Давайте посмотрим. Что нам приготовил Рамзес? Так, 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 так. Кай-кай. Прод. Стиль. Жирное звучание. Кач. Верю. 1.53. Let's go. Да, прям, я еще думал, музыка. Сэмпличек, да? Че, не банят, да? Вот постараемся. Месяц не подходил к майку. Думаю, он на меня очень так сильно обижен, банят, да? Но уверенность при нем не растерялась. Даже он верит, что это мой сезон. Камышки на мне сияют, холодно. На мне даже заключил тепловизор. Твоя мува у майка, это скован. Может, стоит это переосмыслить. Рамзес забрал лайна, за это мне 100 ботей на мой карман. На мне зеленый соник цвета кайма. Лучше не возникай, будешь по частям, как будто бы райма. Силы панча, я сайтама. Дорогая бирка на моих штанах. Джеку Робби на моем плече компас. Не позволяй сукам тянуть себя за нас. Бэйби, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь. Время летит, я загружен, и мой DM сейчас понимает мои чувства. Кому-то нужно выступление, кому-то пихнуть небе, то чтобы вкусно покушать. И вряд ли, даже в таком состоянии, я расскажу тебе о чувствах своих. И жизнь меня научила, что прежде чем сказать, надо обязательно подумать. Настоятельно игнорирую диалог, если он не с ума. Стек большой, и настолько, что он даже со мной соревнуется в сумо. Нельзя из деревни скрытого звука, верь, я ненавиден даже твой звук. Только я, майка, моя муза. И вряд ли, наверное, мне что-то еще будет нужно. Baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Молодец, молодец, да. Время переосмыслений, да, время переосмыслений старых треков, хитовых старых треков под новую какую-то историю, да. Вполне себе неплохо. Вполне себе неплохо, да. Не знаю, как YouTube отреагирует на это видео для нас, да. Ну, ладно. Что будет, то будет. Мне понравилось. Хороший плавный вайб, есть ирония определенная, хороший текст, какое-то сочетание, да, я понимаю, что Рамзес вообще будет бесить, что его сравнивают с ребятами, раньше которых он сам начал делать. Но мне вот, допустим, да, вот как просто как слушателю, есть ощущение, как будто вот что-то вот от Сими и Буша Дожо, да, между Сими и Буша Дожо, как будто, да, но это и есть, видимо, айдентика его самого, да. Ну вот, спокойненько так рассказывает. Интересный трек. Интересный трек. Интересный трек. Прям, типа, без претензий на то, что там что-то там это... Это не то, что вы подумали. Нет, это именно оно. Вот, поэтому... Хорошее переосмысление. Хорошее. Тут что, что можно сказать там? Вот здесь, да, как будто можно было бы что-то придумать так, для разнообразия, да, но он решил прям вот максимальный коммерческий вайб сделать. А если не подходил к майку, думаю, она меня очень сильно обижена, наверное, меня растерялась даже, наверное, что мой сезон. Камушки на мне сидят холодно, но мне даже заключил тепловизор. Дерзко. Твоя мува, майка, это скован. Может, стоит это переосмыслить? Бля, это вот обращение к некоторым сегодняшним людям, да, которые тут на стреки заказывали. Пиздец. За лайнап. За это мне 100 бачей на мой карман. Лайнап 100 бачей. Бро, ну, блядь, в смысле? На мне зеленый соник, это кайман. Лучше не возникает, почти всем разум. Райман. Сидовый, нихуя себе, нихуя себе. Рамзес говорит про персонажа из одноименной игры Райман от компании Ubisoft. Главный персонаж, части тела буквально были разделены воздухом. Сила панча, Сайтама. Дорогая брюк на моих штанах. Джек Рейд на плече, компас. Взгляд, сука, тянет на все за нос. Да, хорошо по тексту прошел вообще. Хорошо прошел по тексту. Да. Да. Угу. Как будто хочется добавить в плейлист. Мейнстримчик. Это звучание в мейнстрим. Но это ж не альтернатива. Да.
Я в мейнстрим добавлю. Будет попадаться, не будет она скипаться, да, типа, этот трек. Лайна, за это мне 100 ботей на мой карман. У меня зеленый соник цвета кайма. Ну, драмочка-то переосмыслишь. Что не возникай, будешь по частям, как будто бы райма. Силы панча, я сайтама. Дорогая бирка на моих штанах. Джеку Робби на моем плече компас. Не позволяй сукам тянуть себя за нас. Бэйби, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, бэйби, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ну, припев, да? Ты знаешь. Время летит, я загружен, и мой DM сейчас понимает мои чувства. Кому-то нужно выступление, кому-то пихнуть на бед, особо вкусно покушать. И вряд ли, даже в таком состоянии, я расскажу тебе о чувствах своих. И жизнь меня научила, что прежде чем сказать, надо обязательно подумать. Настоятельно игнорирую диалог, если он не сумма. Так большой, и настолько, что он даже со мной соревнуется в сумму. Нельзя из деревни скрытого звука, верь, я ненавиден даже твой звук. Только я, майка, моя муза, и вряд ли, наверное, мне что-то еще будет нужно. Baby, если ты отдашь это мне, то... Получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ, что хочешь лишь ты. Ты знаешь, baby, если ты отдашь это мне, то получишь в ответ. Драмочки, да, хочешь лишь ты. Мелодия. Четверочка, круто, бро. Круто. Отлично переосмыслил. Надеюсь, это станет хитом. Это заслужено того, чтобы стать хитом. Реально. Заслуживает того, чтобы стать хитом. Сейчас время переосмыслений, да. Хороший, ровный вайб. Как будто бы в припеве что-то можно было чуть больше придумать. Вот чуть больше. Понятно, что и так оно вайбит шикарно, да. Но вот прям вот совсем в лоб, да, как будто хуй его знает. Но даже так кайф. Вот будет играть трек, будет репититься трек, он не надоедает, хрон у него идеальный. Ощущается чуть больше, чем минута 50. Кажется, там типа 2.30, да. Ну, как надо. Не душнит ничего. Круто. Кайф, кайф. Номинации не знаю. Не знаю. Не совсем честно, да, будет переосмысление такое. Хотя... Как будто можно. Плюс, если номинируем на хит мейнстрим. Минус, если нет. Переосмысление нужно медикам. Да, безусловно, конечно. Конечно. Взять просто старый хит и обосраться на нем. Ну, такое мы видели на переосмыслении этого брата, да? С брата 2. Там тоже не так много круто переосмысленных вещей. Не так много круто переосмысленных вещей. Да помните этот трибют на Брат 2, да, где там артисты сделали? Там тоже мало крутых вещей. Так-то было. Вот. Поэтому такое. Да, у нас по продюсерам, да, прям серьезно, да, получается. SkyAngel, Nuts там есть, короче. Ну, у нас обалденная конкуренция. И музыка абсолютно разная. Да, поэтому удачи вам в выборе. И вот хитец еще, да, у нас, да. Кайф, про кайф. Что там у нас здесь, да? Тут мы смотрели альбомчик, да? Альбомчик смотрели. Рамзес. Неужели нету? Или он не так пишется? Да, не так пишется. А как это писать? Вот так тогда, да? Да. Вот так, да? 72,8. Очень высокий балл. За все оцененные работы. 60 из 90. Супер. Здесь строчки у нас были, да? 81, 74, 69. Номинаций пока никаких. Всего оцена 4 песни, 2 альбома. Итальянец норм набрал. Здесь не очень, да. Итальянец 2. Ну, в общем, да. Крепкий артист Рамзес. Молодец. Молодец. Респект. Было интересно. А, это Вида просто. Рвмзес. Окей. Я просто скопировал ник. Да.